Приветствую вас, друзья. На днях вышел мой новый мини-курс из RAW JPEG плюс ретушь и цветокоррекция. Этот мини-курс рассчитан на тех, кому не интересна художественная обработка, но есть желание научиться ретуши и цветокоррекции. В курс входит 5 уроков. В них я расскажу, какими программами и инструментами пользуюсь, разберем весь процесс работы. Также для учеников в группе я выкладываю Photoshop, которым пользуюсь я, ссылочка на скачивание, Lightroom, плагины, исходник для работы. После того, как вы пройдете этот мини-курс, сделайте работу по исходнику, который я предоставил, для каждого ученика индивидуальный видеоразбор ошибок, если таковые будут. Вот конкретно на вот этой вот фотографии строится весь мини-курс, как ее отретушировал быстро, потому что долго возиться с одной фотографией я не люблю. В этом курсе я покажу, как быстро сделать удовлетворительную ретушь, скажем так. Да, самое главное, чуть не забыл, стоит участие в этом мини-курсе 700 рублей. Так, по мини-курсу все. Если будут какие-то вопросы, пишите мне в личку или в комментарии. Ссылка на меня и мои группы в описании под этим видео и в шапке моего канала. Также, друзья, напомню немножко про мой основной курс по художественной обработке фото. Участие в нем стоит 1000 рублей, и непосредственно в нем я даю все, что знаю сам. Полное описание курса можно прочитать на моей страничке ВКонтакте. Также ссылка на меня в описании. Кому интересно, прочтите, познакомьтесь. В общем, друзья, если вы хотите пройти обучение у меня по мини-курсу или по основному курсу, неважно, пишите мне в личку, договоримся. Всего вам хорошего. Пока.